Варастриям тат прабхая ча даршите. Сердце Ракшаси, комментарий его божественный перевод. Ракшаси Путаны было лютым и безжалостным, но вела на себя словно любящая мать. Как Путана вошла в комнату, однако очарованные ее красотой не остановили ее и молча смотрели, как она нянчила ребенка. Комментарий Шрила Прабхупады. Хотя Путана явилась неизвестно откуда и была олицетворением лютой смерти, ибо в сердце своем намеревалась убить ребенка, когда она вошла в комнату и взяла ребенка на руки, чтобы дать ему грудь. Его матерей настолько очаровала красота Путаны, что они не остановили ее. Красивая женщина бывает опасна, потому что всех очаровывает ее внешняя красота, майя мохита, и потому что людям бывает трудно понять, что у нее на уме. Тех, кто очарован красотой внешней энергии, называют майя мохита. Могитам напиджанати мамы бьях парам авьяям. Бхагавадгита 7.13. На ты веду свартага тим хивишном, дурашая ебахер артхаманина. Цитата из Шримад Бхагаватам 7.5.31. Разумеется, в данном случае две матери, Рахини и Яшода, не были майя мохита. Они не были введены в заблуждение внешней энергией. Их пленила йога майя, чтобы игры Господа шли своим чередом. Такая майя моха вызвана йога майя. И также сегодня у нас текст 10, следующий текст. Свирепая злодейка Ракшаси тут же положила Кришну к себе на колени и затолкала ему в рот свою грудь. Сосок ее груди был смазан очень сильным и мгновенно действующим ядом. Но Кришна, Верховная Личность Бога, разгневавшись на Путану, взял ее грудь, крепко стиснул ее обеими руками и вместе с ядом высосал ее жизнь. Комментарий Шрилы Прабхупады. Господь Кришна разгневался на Путану не потому, что она, эта Ракшаси, хотела убить его самого, а потому, что она уже убила много младенцев в Абраджабуме. И Кришна решил, что в наказании она должна расстаться с жизнью. Помоги Матимирам Дасягина Джанашалакая Чакшурам Милитангина Тасма Шри Гуравей Намах Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Имабутали Своям Рупах Кадамахьям Дадати Свахпадам Тикам Ванча Калпата Рупья Ща Хрибаси Мудей Ванча Патитанам Паваны Хибайшна Рибьянам Мунам Хэ Кришна Каруна Синдху Динамангу Джагатпате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намаспите Тапта Канчина Гуранги Радхе Бриндаванешвари Вришабана Сути Деви Прана Мани Хари Пре Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитинанда Шри Адвайта Гадада Рашри Васа Гуру Вахпати Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Hari Rama, Hari Rama. Итак, мы самая первая книга, которую Шрила Прабхупада издал уже в Америке, была книга Кришна Бук, книга о Кришне, источник вечного наслаждения, в котором описаны трансцендентные игры, трансцендентные деяния, развлечения Господа Кришны. И как позавчера Читтапрабху читал читание Чаритамриту, мы все слушали здесь. И как раз он читал Мадхи-лилу. И в Мадхи-лиле Кришнадас Кавираж Госвами делает краткое обозрение анти-лилы. Почему он так делал? Потому что он не был уверен, что сможет ли он дожить и сможет ли он успеть описать.
Точно так Шрила Прабхупада, он очень хотел, самое первое, что он сделал, он хотел описать эти трансцендентные деяния Господа Кришны. Потому что он не был уверен, он не знал, сколько он еще сможет пробыть в этом мире. И это была его самая первая книга. Санкиртана, преданный Махабик, большие книги начали снять именно книги о Кришне. И интересно, что вот сегодня Гаура Пурнима — явление Чайтаньи Махапрабху, Господа Чайтаньи Махапрабху. И это очень важный праздник, и сегодня в 3 часа мы соберемся здесь и будем смотреть, если по милости Кришны будет интернет и будет электричество, будем смотреть Абишеку наших божеств, нашего храма, Новая Навадвипа, Шридхара Нитай. Маленькие божества установили в 1995 году. Большие Гаура Нитай в 1997. И мы будем смотреть Абишеку, потом будет 15:30 лекция о Чайтанье Махапрабху, посвященная явлению Чайтанья Махапрабху. И в конце я немножко скажу о Чайтанье Махапрабху, о том, что то, что мы имеем возможность читать Шримад-Бхагаватам, это непосредственно его милость. Конечно же, это милость. В этой цепи милости множество личностей присутствует, в том числе и Шрила Прабхупада, и Гуру Парампара, и Шрила Вьясадева, который написал Шримад-Бхагаватам. Но то, что мы непосредственно... Раньше так не было, что Шримад-Бхагаватам был таким доступным. Это особая милость Господа Чайтанья Махапрабху. И мы в конце немножечко обсудим это. И мы вернемся к тексту. 9 текст. Что сердце Ракшаси Путаны было лютым и безжалостным. Но вела она себя, словно любящая мать. Поэтому она была подобна острому мечу в мягких ножнах. Яшода и Арахини видели, как Путана вошла в комнату. Однако, очарованные ее красотой, не остановили ее, а молча смотрели, как она нянчила ребенка. В прошлой главе было описание о том, что как встреча Васудевы и Нанды Махараджа. И когда они встретились, Васудева, он испытывал огромное блаженство, общаясь с Нандой Махараджем, потому что он знал, что Кришна, его любимый сын, сейчас находится в доме у Нанды Махараджа, что Нанда Махараджа видит его, он его касается. И глядя, Васудева, глядя на Нанду Махараджа, он как бы соприкасался с Кришной через воспоминания, через глубокую медитацию. И ему не хотелось расставаться с Нандой Махараджем. Но в конце их встречи он говорит очень... Несмотря на то, что он не хотел с ним расставаться, он поспешил с ним расстаться, и он сказал: «Возвращайся, пожалуйста, поскорее в Гокулу, потому что ты, старшие пастухи, все здесь, и очень важно, возвращайтесь поскорее, чтобы все было под вашим контролем, чтобы, не дай Бог, ничего не случилось». И действительно, когда Нанда Махараджа возвращался, он вдруг, к своему изумлению, видели это ужасное тело Путаны, оно было уродливым, так как есть, где есть описание, сейчас вкратце. Каждый из многочисленных зубов Ракшаси, вот она валялась, был подобен лемеху плуга. Ее ноздри напоминали глубокие горные пещеры, груди – огромные валуны, упавшие с горы. Ее растрепанные волосы были красными, как медь. Глазницы напоминали бездонные колодцы, наводящие ужас бедр были, как речные берега. Руки, ноги и стопы, как большие мосты, а живот, как пересохшее озеро. То есть, когда Нанда Махараджа видел эту картину, он очень удивился. И действительно, во время его отсутствия произошло очень важное событие. Кришна, еще будучи младенцем, грудным ребенком, он убил демоницу Путану в Ракшасе. И эта лила, она, каждая лила Господа Кришны, она уникальна, она чем-то особенным выделяется. И также эта лила убийства демоницы Путаны, она тоже
является особенной, и она выделяется из всех. Прежде всего, это потому, что Бхактивинода Тхакур в своей книге, если не ошибаюсь, «Кришна Сандарбха», он описывает, как Кришна убивал демонов во Вриндавана Лиле, сколько он их убил. Он Кришна убил множество демонов, Господь Баларама тоже убил. Но в Шримад Бхагаватам очень подробно описано, как Кришна убил 21 демона. Их количество было 21. Последний демон был Вьямасура, а самый первым был Путана. Путана. И Бхактивинода Тхакур, он делает анализ, он описывает, как каждый демон, он олицетворяет, является выражением, олицетворением определенных анартх или пороков живого существа. И Путана, она была олицетворением лже-гуру. Да, как здесь сказано, что она, Прабхупада пишет в введении главе, что она появилась из космоса, ниоткуда, и она была прекрасна. Есть ее описание, как она выглядела. И она была настолько прекрасна и очаровательна, что когда она появилась, ни мама Яшода, ни Рахини, они не заметили никакой опасности. Как здесь сказано, что она была подобна острому мечу в мягких ножнах. Но когда Кришна убил ее, все увидели в истинное лицо. И есть, если, может быть, помните, это 99 или 2000 год, я не помню, когда в 98 году прошел первый фестиваль Бхакти Сангама. И Ниранджана Свами, как хозяин, как учредитель этого фестиваля, он приглашал своих братьев в Боге. И одним из гостей, постоянных гостей, был Бхакти Чайтанья Свами. И, по-моему, в 99 или в 2000 году он читал семинар «Демоны во Вриндаване Лиле». И он как раз есть, он описывает, дает анализ, основываясь на книге Бхактивинода Тхакура, описывает, какими анартхами, какие анартхи олицетворяет тот или иной демон. И вот Путана, она является уже гуру. И он в этом своем семинаре он говорит, что он много чего интересного рассказывает, да, что Путана, она была, относилась к роду ведьм Хичари. Шрила Прабхупада в Кришнабуку написывает, что до сих пор в Северной Индии, в какой-то отдаленной части, существуют такие ракшаси Хичари. И они отличаются тем, что они летают на ветке дерева. Вот, представляете? Прабхупада пишет, что до сих пор такие личности сохранились. И Бхакти Чайтанья Свами, он рассказывает историю, что однажды в Майяпуре, он сказал, что Майяпур тоже мистическое место, и там тоже есть вот такие личности, вот как это Кичари. И он рассказывает такую историю, что однажды преданный в темноте куда-то вышел, и вдруг он увидел вот такую Кичари, у которой была ветка. И вдруг он уже в следующий момент обнаружил, что они уже с ней куда-то летят. И потом они прилетели в какое-то отдаленное место, и там было множество подобных таких же личностей, которые прилетели на этих ветках. И этот преданный очень испугался, но они ему сказали: не бойся, просто мы хотим послушать киртан, спой, пожалуйста. Это я читал вот буквально. Может быть, как бы трудно в это поверить, в такие... Но, тем не менее, они послушали киртан и вернули его назад, в Майяпур. Но в Кришнабхукте Шрила Прабхупада пишет, что там, где звучат святые имена Господа Кришны, там, где присутствует поклонение Господа Кришне, такие ведьмы, как Путана, они не могут там находиться. То есть это, для них это... Они избегают таких мест. Вот. И... Эта ведьма Кичари Путана, она поддерживала свою жизнь и силу тем, что она пила кровь младенцев. И как здесь в следующем тексте говорится, что Кришна ее убил не потому, что она хотела убить его, а потому, что она убила множество младенцев. И ведьма Путана, она олицетворяет лже-гуру.
И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он говорит, что лже-гуру это в своем семинаре Бхакти Чайтанья Свами приводит такую личность, как Сай Баба, который он представлял себя как Бога, и он имел какие-то мистические способности, он мог материализовать какие-то вещи. Вот, и это лжегуру, потому что он обманывает, Кайтавадхарма обманывает людей. Шрила Бхактисиддханта, он, подводя итог этой лилы с демоницей Путаном, он сравнивал, что лжегуру — это различные мирские религии, которые основаны на каких-то материальных ценностях, о том, что Бог, мы должны молиться Богу, и Бог нам что-то должен дать. И они постоянно просят у Бога каких-то материальных благ. И в основе их религиозности лежит материальное процветание. И в Шримад-Бхагаватам во втором тексте прославляется это трансцендентное писание Шримад-Бхагаватам. И там дается Шрила Прабхупада, этот текст повторяется, Кришнадас Кавираж Госвами цитирует этот текст Чайтанья Чаритамрити. И он дает очень удивительный комментарий, он объясняет, что такое кайтавадхарма. И сейчас, дорогие преданные, вот здесь. Вот. Дармах прочита кайтаватра парама нирма царанам сатам. Видям вастама травасту дживадам тапатра янмалам. Шримад Бхагавате Махамуни Крите Кимба Парайшвараха Садьох Идявару Дятитра Крити Бихшу Шубхи Статкшана. Шримад Бхагаватам — великое описание, которое сложил Махамуни Вьясадева на основе четырех стихов, повествует о самых возвышенных и милосердных преданных и полностью отвергает любые виды ложной религиозности, основанной на материальных побуждениях. Это писание провозглашает высший принцип вечной религии, который навсегда избавляет душу от тройственных страданий и дарует ей величайшее благословение, полное благоденствие и мудрость. Тот, кто стремится внимать посланию Шримад-Бхагаватам в настроении смиренного слуги, немедленно обретает Верховного Господа в своем сердце, поэтому нет необходимости в иных писаниях, помимо Шримад-Бхагаватам. И здесь Шрила Прабхупада, он дает очень глубокое объяснение, этот комментарий. В Чайтанья Чаритамрите комментарий немного отличается от того комментария, который он дает Шримад-Бхагаватам. И он объясняет, что есть несколько путей достижения совершенства. Он перечисляет из карма-канда, гьяна-канда, йога-канда. И вот он объясняет, что все это карма, кайтава-дхарма, потому что эти пути, они являются ложными и обманными, потому что живое существо, оно остается обманутым. Оно не достигает совершенства. Все равно оно продолжает оставаться в материальном мире и продолжает испытывать тройственные страдания. Он говорит, что все эти различные религии, различные пути достижения совершенства, они не имеют лотса-станди, точка опоры, то есть нет прибежища. И только чистое преданное служение Верховному Господу Шри Кришне, оно способно принести удовлетворение душе, как сказано в Шримад-Бхагаватам. Поэтому любой духовный учитель, любой лже-гуру, это тот, кто учит чему угодно, кроме чистого преданного служения. В этом комментарии Шрила Прабхупада, он приводит цитату: «Найтеви дух свартха гатим хи вишнам дурашая е бахир артхаманина» 7.5.31. И это как раз эти слова произносит Прахлада Махарадж. То есть это очень уместный комментарий, потому что этот стих касается того, что Прахлада Махарадж, он отвергает наставление Шукрачарьи. Шукрачарья был демоном полубогов, гуру демонов, и прежде всего Хираньякашипу. И вот он.
На теве дух свартага тим хивишну, дураша я и вахи артха манинах. Адха ядхандхар упани ямана степиша, там, тантриям орудам нибадха. Люди, поглощенные мыслями о мирских наслаждениях, избирают себе лидера или гуру из числа таких же слепцов, как они сами. Слепцов, которые привязаны к внешним объектам, доступным для материальных чувств. Такие люди не способны понять, что цель жизни одна – вернуться домой к Богу, Господу Вишну, и посвятить себя служению Ему. Как слепой, идущий за другим слепым, сбивается с пути и падает в яму, так и материалистичные люди, избравшие своим лидером еще одного материалиста, запутываются в необычайно прочных веревках кармической деятельности и погружаются в бездонную пучину материального бытия, где их снова и снова преследуют тройственные страдания. Вот как раз здесь описано, отдается описание лжи гуру. Люди, поглощенные мыслями о мирских наслаждениях, избирая себе лидера или гуру из числа таких же слепцов, как они сами. И также второй разновидности лжи гуру является наш ум. И это тоже, хотя ум является материальным элементом, иногда из-за того, что он обладает такой близостью к разуму и душе, иногда мы воспринимаем, отождествляем себя с умом. И однажды я слушал лекцию, один преданный сказал, что ум, как только мы вступаем в диалог с умом, да, ум нам начинает, у нас есть какая-то цель. И для того, чтобы достичь этой цели, нужно совершать какие-то аскезы, ставить себя в какие-то неудобные положения, рано вставать, воспевать святые имена, совершать аскезы, принимать какие-то трудности для того, чтобы служить Кришне. И ум, он постоянно ищет какие-то легкие пути, чтобы избежать каких-то трудностей, потому что его функция – принимать и отвергать. И как только мы вступаем в диалог с умом, мы начинаем прислушиваться к тому, что он говорит. Это такая закономерность, что мы обязательно проиграем, то есть ум победит. Поэтому очень важно иметь твердую позицию, и наставления духовного учителя, священных писаний должны влиять на формирование нашего ума, потому что материалистичный ум, он может быть, ум может быть нашим другом или врагом, и материалистичный ум является нашим врагом. Но ум, который руководствуется наставлением священных, разумом, наставлением священных писаний, наставлением духовного учителя, он становится нашим другом. Поэтому очень важно понимать, что есть два вида лжи гуру. Это кайтава дхарма и личности, которые проповедуют это, и также наш ум. И это лила убийства демоницы Путаны. Она является уникальной по несколько, еще потому, что она описывает необычайное милосердие Верховного Господа. Она, Путана, пришла убить Господа Кришну. Но он принял это, он принял ее молоко, он принял то, что она пришла. Но поскольку она была ракшаси, он принял служение, он убил ее, но после ее смерти она получила очень возвышенное положение матери Господа. Так, Шрила Прабхупада пишет, что она достигла освобождения. Также упоминается то, что она получила место на Галока Вриндаване, как одной из кормилец Господа Кришны. То есть за то, что она хотела его убить, он даровал ей такое возвышенное положение. И эта лила, она является олицетворением описания милы, она является описанием милости Верховного Господа, проявлением Его милосердия. И в третьей песне, в 3.2, где есть описание воспоминания о Господе Кришне. И в предыдущем здесь описано, как Махатма Видура, как его Дурьодана выгнал из его из дворца, просто оскорбил его и выгнал. И Дхритарашта, он взирал на это спокойно, он его не остановил.
И Махатма Видура принял это как милость Кришны. Он оставил свой лук у двери и ушел. Ушел по священным местам, по святым местам. И однажды в путешествии он встретил Удгаву. И он знал, что Удгава много общался с Господом Кришной. Удгава был, является великим преданным Господа Кришны. И он стал у него расспрашивать о Господе Кришне. И он спросил у него: расскажи мне, пожалуйста, о том, что дороже всего твоему сердцу. И это предполагалось, что он хотел услышать о Господе Кришне. И здесь очень красиво описывается, как Удгава, когда он услышал как бы Видура, он своим вопросом напомнил ему о Господе Кришне. И Удгава погрузился в глубокие переживания внутренние. Какое-то мгновение он хранил полное молчание, застыл в неподвижности. Он погрузился в нектарные воспоминания лотосных стоп Господа и впал в экстаз преданности, который с каждым мгновением становился все сильнее. И потом Удгава вернулся во внешнее сознание, он приободрился и стал способным говорить о Господе Кришне. И он сказал, интересно, он сказал, что: «Дорогой Видура, зашло солнце этого мира, Господь Кришна, и великий змей времени поглотил наш дом. Что еще сказать тебе о том, как обстоят наши дела?» Что еще сказать, как обстоят наши дела, если Господь Кришна, Он покинул эту планету? Здесь зашло солнце этого мира, Господь Кришна. И постепенно Удгава начинает рассказывать Видуре о Кришне, вспоминать какие-то его лилы. И здесь на протяжении всех этой главы он вспоминает о трансцендентных деяниях Господа Кришны. И было из этих описаний видно, как Господь Кришна очень дорог Удгаве. И постепенно он доходит до 23-го текста. И 23-й текст является очень-очень важным. И это знаменитый текст: «Аго бакиям стана калакутам, джигхам сая паяяят апья садхи, лебхе гатим датрю читам татоньям, кимба даялам шаранам враджема». Кимба даялам шаранам враджема. Даялам – милостивый, шаранам – прибежище. Враджема – где еще я найду? Где еще я найду покровителя более милостивого, чем он, пожаловавший место матери вероломной ведьме Путани, несмотря на то, что она, смазав свою грудь смертоносным ядом, дала ее Господу? И этот, видите, как раз текст говорит об этой лиле. Где еще я найду покровителя более милостивого, чем он, пожаловавший место матери вероломной ведьме Путани, несмотря на то, что она, смазав свою грудь смертоносным ядом, дала ее Господу? Комментарий Шрилы Прабхупады говорит, что Господь Кришна отнесся к Путане как к матери, поскольку та, притворившись любящей матерью, накормила его своей грудью. Господь принимает от живого существа даже самое незначительное служение и вознаграждает его сторицей. Таков Кришна. Поэтому кто, кроме Господа, может стать последним прибежищем всех живых существ? У Господа Кришны есть множество его трансцендентных имен, и у него есть имя Джана-Ниваса. Джана-Ниваса переводится как «конечное пристанище всех живых существ». И в связи с этим текстом есть очень интересная история, я ее вкратце расскажу. Когда-то я Бриджабаси Прабху рассказывал здесь, у нас в храме, в алтарной. Если я не ошибаюсь, это история из Брахма Вайварта Пураны. И в Шримад-Бхагаватам 1, в 10 главе, по-моему, сейчас, минуточку. Один, семь, десять. Есть Атмарама Шлока, да, который мы знаем из Читани Чаритамриты.
как Господь Читания объяснил ее 60, по-моему, раз, я не помню сколько. И в этом тексте говорится, что все различные атмарамы черпают наслаждение в атме, в духовном я. Особенно те из них, кто утвердился на пути самосознания, желают нести беспримесное преданное служение личности Бога, несмотря на то, что уже освободились от всех материальных путей. Это означает, что Господь обладает трансцендентными качествами и поэтому привлекает всех, в том числе и освобожденные души. Вот. И в этом Шрила Прабхупада дает к этому тексту очень большой комментарий. Да, и он объясняет, что различные атмарамы личности, которые достигли освобождения, достигли совершенства, которых абсолютно ничего не привлекает в этом материальном мире. Это атмарама. Самодостаточно, черпают удовлетворение внутри себя. Но, тем не менее, в комментарии Шрила Прабхупада говорит о привлекательности Господа Кришны. Он говорит, что, и он перечисляет четверых кумаров, что они были великими атмарамами, достигшими совершенства. Но трансцендентные качества Господа Кришны, они настолько привлекательны, что привлекают даже таких личностей, которые уже находятся вне времени, вне гун. И он четверо кумаров привлеклись ароматом лотосных стоп Господа. И также он приводит пример Шукадева Госвами, который привлекся трансцендентными деяниями Господа Кришны. И вот в этой истории Брахмавайта Пурани описано, как Шукадева Госвами, он был сыном Вьясадевы, и он находился в утробе матери 16 лет, он не хотел выходить из утробы матери, потому что он боялся стать жертвой иллюзорной энергии. 16 лет он был. И он вышел только после того, как Шрила Вьясадева попросил Господа Кришну дать гарантии, попросить его выйти, обещая, что он не станет жертвой иллюзии. И да, помните, как есть во второй главе первой песни описание этого момента, как Шукадева Госвами, появившись на свет, сразу же ушел. Да, и как Вьясадева сказал: «О, сын мой», я не буду читать. И Шукадева Госвами ушел, и Шрила Вьясадева хотел его вернуть. И поэтому он послал своих учеников в лес на поиски Шукадева Госвами. И они спросили, как мы его найдем. И тогда Шрила Вьясадева сказал, что, пожалуйста, цитируйте Шримад-Бхагаватам. И когда вы увидите обнаженного человека, который абсолютно не привязан к тому, как он выглядит, запутавшимся волосами, то, скорее всего, это будет он, мой сын, Шукадева Госвами. Потому что, когда Шрила Вьясадева писал Бхагаватам, он писал, он что-то повторял, и в это время Шукадева Госвами находился в утробе матери, он слышал Шримад Бхагаватам, и уже он начал привлекаться к Господом Кришне. И ученики Вьясадевы разошлись по лесу, они ходили, цитировали Бхагаватам, они цитировали множество прекрасных текстов. И вот этот текст, который мы 1.2.3.2.23, где говорится о милосердии Господа. «Где еще я найду покровителя более милостивого, чем он, пожаловавший место матери вероломной Путани, несмотря на то, что она смазала свою грудь смертоносным ядом и дала ее Господу?» И в Брахмавайта Пуране говорится, что когда Шукадева Госвами услышал этот стих, он все время он убегал, он слышал, как его ищут, и он все время убегал, но когда он услышал этот текст, он остановился и повернулся, и стал идти на звук этих стихов. И потом есть еще другая шлока, я, к сожалению, не помню, она говорит о красоте Господа. И когда Шукадева Госвами услышал эту вторую шлоку, он побежал. И так его удалось вернуть домой. Шрила Вьясадева таким образом Шукадева Госвами привлекся трансцендентными текстами Шримад Бхагаватам, описание трансцендентных качеств Верховной Личности Бога Шри Кришны. Поэтому эта лила, она особенная, она описывает милосердие Господа. Особая милость. И особая милость Верховного Господа, она проявилась непосредственно в его воплощении, как Чайтанья Махапрабху. Господь Чайтанья является
воплощением Господа, которое проявляет особую милость, да, как сказано в читании Чаритамрите, что Он проявляет такую милость и дарует то, что не дарует ни одно воплощение Бога, дает трансцендентное преданное служение Верховной Личности Бога. И у Адвайта Ачарьи был ученик Шринат Чакраварти. Он написал, у него есть произведение, я не помню, как Шиджушта Манджути. Я, не, к сожалению, забыл название этого писания. И в этом писании есть очень важная цитата, которая описывает, в чем является уникальная милость читания Махапрабху. Что же такого дает читание Махапрабху, что не дает ни одно другое воплощение Бога. Я прочитаю этот текст. Все вы наверняка знаете, его часто цитируют. Шрила Прабхупада его тоже цитировал. Да. «Аради Бхагаван Браджишата Майаста Дхама Вриндаванам Рамдяка Читупасана Браджи Вадху Варгина Якалпита Шримад Бхагаватам Праманам Амалам Прима Пумарта Махан Чи Читани Махапрабхур Матамидам Татра Даруна Парах». Итак, перевод. «Аради Бхагаван Браджишата Майас». То есть самым высшим поклонением Верховному Господу является Ему как поклонение Сына Махараджананды. Тадхама Вриндавана. Высшей обителью Господа является Вриндавана. Рамья качит упасана враджавадху баргена якалпита. То есть это означает, что самое большее наслаждение Господу приносит поклонение, самое высшее наслаждение из всех поклонений. Ему приносит поклонение Враджа Бадху Варгена, то есть поклонение девушек Вриндавана. То есть самое большое наслаждение Господу приносит служение Ему обитатели Вриндавана, гопи Вриндавана. Шримад Бхагаватам Праманам Амалам. То есть высшим писанием, да, есть Шримад Бхагаватам, говорится, что Пурана Амалам, то есть высшая из всех Пуран. А Прамана – это доказательство абсолютной истины. То есть Шримад Бхагаватам является высшей праманой, высшим доказательством абсолютной истины, высшим объяснением абсолютной истины. Према Пумарта Махан, что према, любовь к Богу, является высшей целью жизни. И Шри Чайтанья Махапрабхур Матам Видам Татра Даруна Парах. И последнее, что он говорит, что всем этим истинам, пред которыми мы склоняемся, нас обучил Шри Чайтанья Махапрабху. То есть всем этим истинам, пред которыми мы склоняемся, перед которыми мы преклоняемся, нас обучил Шри Чайтанья Махапрабху. И поэтому я вначале сказал, что то, что мы читаем Шримад Бхагаватам, это особая милость Господа Чайтанья Махапрабху. И пару слов. Я взял такую большую книгу, чтобы процитировать один текст, который я не уверен, что запомню. И это текст, самый первый текст читания Бхагаваты. Ученики Бхактивидьяны Гусей Махараджа наверняка знают его, потому что всегда перед лекцией он читает его самым первым, когда он читает Мангалачарану. Аджану Ламби Дабуджо Канакава Дато Санкиртанай Капитаро Камалая Такшо Вишамбаро Дичаваро Юга Дхарма Пало Вандеджи Гат Прио Каро Каруна Аватаро. Я почтительно склоняюсь перед Шри Чайтанья Махапрабху и Шри Нитянандой. Их тела желто-золотые, глаза подобны лепесткам лотоса, а прекрасные длинные руки достигают колен. Они возвестили начало движения Шри Кришна Санкиртана. Они хранители Вселенной, лучшие из брахманов, защитники подлинной религии века Кали, дарующие благо всему живому. Поистине, они самые милосердные и самые сострадательные аватары Бога. Вот. Поэтому нам очень важно слушать о славе Господа, о Его милости, о Его милосердии, потому что это очень трогает наше сердце, когда мы чувствуем,
когда мы слышим, что Кришна делает непосредственно для нас. И особенно вот в этой сложной ситуации, которая сейчас, которая коснулась каждого, когда идет война, многие преданные, многие люди, преданные в том числе, они подвергаются каким-то сложным испытаниям, очень трудным жизненным испытаниям. И возникает вопрос, почему? Почему Кришна? Почему мы так страдаем? И я просто, если помните, позавчера Чаттапрабху читал, давал лекцию по читанию Чаттапрабху, и он говорил интересную вещь. Он объяснил, почему. Потому что невозможно постичь деяния Бога, как он говорил, неисповедимы пути Господа. И я недавно читал книгу Раднатхи Свами, она называется «Путешествие вглубь себя». Он очень глубоко, очень широко рассматривает этот момент, что почему мы можем анализировать, пытаться разложить все по полочкам, почему впали в ту или иную ситуацию, почему так страдаем. Но он говорит, неважно понять логически все это, мы это никогда не поймем. Почему нужно менять наше отношение к той ситуации, в которую мы попали? Нужно меняться самому. И он описывает различные трудности, с которыми приходилось ему столкнуться самому лично, из своей жизни. Также с трудностями, которые были в их общении. И он описывает там один очень удивительный случай, когда погибли преданные, и эти были уникальные личности, абсолютно чистые, которые всех любили. И он говорит, что он тогда проповедовал в Америке, но он все бросил, прилетел, чтобы быть со своей общиной, с преданными, чтобы пройти вместе это. И он говорит, что периодически он видел в глазах преданных этот вопрос, почему. Да. Всячески обсуждали философию, пытались понять какие-то философские моменты, но тем не менее этот вопрос снова и снова возникал, почему. Почему это произошло? Почему Кришна допустил это? И наша вера, она подвергается определенным испытаниям, особенно когда нас кто-то предает, да, кто-то близкий или наш какой-то духовный наставник, или наше тело предает нас, оно начинает болеть какой-то неизлечимой болезнью, и мы ничего не можем поделать. И также, когда мы попадаем в трудную ситуацию, нам кажется, что сам Кришна предает нас. У нас возникает вопрос, почему? Почему так много? Почему такие испытания нам выпадают? И Махарадж по всяким пытается объяснить это все, но в конце концов он подводит к этому важному моменту. Он цитирует Бхишмадеву из 9 глава первой песни. Он цитирует эти тексты, он говорит, почему. Говорит, что невозможно понять деяния Бога, что даже великие мудрецы, великие риши, посвятившие всю жизнь самоосознанию, даже такие полубоги, как Брахма, Господь Шива, они не могут понять. Да? Он говорит, что он, когда эта глава описывает, что когда перед самым уходом уже пришло время Бхишмадеву уходить, и Господь Кришна, да, Пандавы во главе с Господом Кришной, они прибыли в то место, где находился Бхишмадева. И когда он увидел Пандавов, слезы появились на его глазах. Он очень любил их. Они были его любимыми внуками. И он стал перечислять те страдания, которые ему пришлось пережить. Что он считал, что это было, с одной стороны, несправедливо. И там как бы звучал этот вопрос, почему? Он говорит, что он обращается к Махараджи Диштире, он говорит, о царь, никому не постичь замыслов Господа Шри Кришны. Даже великие философы пребывают в недоумении, несмотря на свои глубокие исследования. Я полагаю, что все это происходит под влиянием неотвратимого времени, которое управляет каждым на всех планетах и несет всех подобно ветру, несущему облака. И просто я несколько фрагментов в комментарии Шрилы Прабхупады из этих текстов прочитаю.
которые, ну, как бы очень уместны. Под воздействием условий материальной природы приходится страдать даже самым благочестивым. Но благочестивый человек всегда остается верен Господу, так как его направляют истинные брахманы и вайшнавы, следующие принципам религии. Не стоит переживать из-за проделок вечного времени. Даже Брахмаджи, великий повелитель Вселенной, под властью времени. Поэтому не следует выражать недовольство тем, что время властвует над нами, несмотря на то, что мы неукоснительно следуем принципам религии. И еще великий авторитет Бишма, да, здесь указано, что он является одним из 12 махаджан, категорически отметая сомнительные предположения Махараджи Юдхиштхиры о его греховных поступках в прошлом и последовавших за ним страданиях. Бишма хотел особо указать Махараджи Юдхиштхире на то, что с незапамятных времен даже такие полубоги, как Брахма и Шива, не могут разгадать планы Господа. Так что же можем знать о нем мы? Бессмысленно задаваться вопросами об этом. Даже исчерпывающие философские исследования мудрецов не способны раскрыть план Господа. Самое лучшее – просто беспрекословно повиноваться воле Господа. Страдания пандавов не были результатом их прошлых поступков. Господу нужно было осуществить свой план и утвердить царство добродетели. Поэтому, чтобы добродетель восторжествовала, его преданные некоторое время страдали. Ну и так далее. Поэтому поменять отношение свое ко всему происходящему – это учиться принять. Конечно же, не так просто все это. И если вы помните, когда только началась война, Бхактивиньяна Госвами сделал, он говорит, что я чувствую особую потребность обратиться к преданным из Украины. И он обращается, и он говорит все очень четко, согласно нашей философии. Но потом, через какое-то время, он делает второе обращение – и там он очень сильно извиняется. И хотя, казалось бы, за что он извиняется, он никого не обидел. Но он говорит очень важный момент, что во всех этих трудностях всегда нужно учитывать эмоциональную составляющую, потому что все по-разному реагируют, и кто-то может переносить очень болезненно. И поэтому сухой философии это невозможно объяснить. Всегда нужно относиться с пониманием. То есть то, что касается нас лично, мы себе можем объяснить это, так что это наша карма. Но по отношению к другим нужно учитывать этот эмоциональный аспект. Но видите, как невозможно понять план Господа. Поэтому нам рекомендуется учиться принимать все как милость Кришны. И помнить, что Кришна всегда заботится о нас. Я на этом остановлюсь. Есть минута. Ну, завтрака нет, я чуть-чуть задержался. Есть какие-то вопросы, комментарии? Да. Ну, тут, ну, есть множество разных факторов, опять же. Возвращаясь к этому тексту, что невозможно понять пути Господа, его планы. Но как Бхакти Чайтанья Свами вот в этом своем семинаре, описывая Путану, он говорит, что в прошлой жизни она была, по-моему, сестрой Бали Махараджа. Ратна Мала ее звали. И когда проходило это жертвоприношение знаменитое, на котором появился Вамана Дев,
И Бали Махарадж пообещал ему три шага земли и не смог выполнить это обещание. То когда он только появился, маленький, сияющий, очень прекрасный, да, то есть одно из качеств Господа Ванамадевы – это его красота. И вот эта сестра Бали Махараджа, она когда увидела его, она очень привлеклась, и она захотела иметь такого же сына прекрасного. Но потом, когда Ванамадев все отнял у Бали Махараджа, и он в один миг стал нищим, то она захотела его убить. И поэтому вот у нее такая... следующее, так сказать. Да, и то, и другое. Я просто в одной из лекций слушал этот стих 10, где Кришна сказал, что размер 6 кто крепости с руками, и 10 описывал ее жизнь. И в развитии вот Мишанка подтвердил, что тут пад Панаир с ее жизнью, то есть он высосал. И это слово санскритское во множественном числе. Он высосал праны. И демоница Путана, она не просто справилась кровью младенца, она выпивала их праны в жизни. И когда Кришна высасывал свою жизнь, он высосал ее жизнь и жизнь этих всех младенцев. И они все тоже достигли. И все эти младенцы тоже достигли освобождения. Что еще раз доказывает милосердие Кришны. И что действительно невозможно постичь его деяния. Просто надо учиться принимать и все. Действительно. Вот такие как раз истории они вдохновляют. Когда демоница Лута нашла, ну, конечно, Кришна, она, в принципе, не знала, кому идет. Для нее дошел слух, что, ну, ей дали приказать убивать младенца. Да. Она, в принципе, не знала, кто там. Она просто узнала, что где-то там есть младенец. Она, ну, приняла эту прекрасную форму, взяла. И когда преданные, чистые преданные видели ее, там Госвами Махарадж лекция говорит, что в санскрите написано, что они отдали ей свое сердце, свои сердца отдали ей. И она пришла, когда еще мама Яшоду увидела, говорит, да какая я мать, боже, какая мать хорошая была в этой Кришне. То есть, в принципе, она приблизилась к Кришне, все равно через преданность. То есть, даже притвориться преданным, очень хорошо. Это, в принципе, я забыл. Насколько это все обволакивает эти ножны, мягкие. Да. Очень привлекательно выглядит. Да, он все обволакивает это вот ножны, мягкие меха, и все говорит, все хорошо, все пушисто, все отделено. Да, Родиончик. Чтобы он стал другом. А, чтобы он стал другом. Ну, как сказано в Бхагавад-гите, как Арджуна говорит, что там он говорит о вожделении, что обуздать ум, охваченный вожделением, то подобно тому, как обуздать ветер. И в комментарии там Шрила Прабхупада говорит, что это не можно сделать при помощи медитации, определенной практики, определенного процесса. И процесс преданного служения, например, все, что вся наша практика, то, что наша садхана, она в принципе направлена на это. И, например, вот когда, почему рекомендуется воспевать внимательно святые имена? Потому что ум у него, мы воспеваем святые имена, да, как есть история, я сейчас
вкратце расскажу. Где-то в 95-м году был такой журнал «Парамбиджа Ятэ Шри Кришна Санкиртана». И там это, оно было это посвящено Санкиртане. Но там были различные истории. Я помню один преданный, по-моему, звали Канат Прабу. Он описывал, как он процесс своего совершенствования, воспевания и как бы параллельно это процесс обуздания своего ума. Он описывал, что он спал на твердом полу, чтобы ему было легче встать. Потом он вставал рано, омывался холодной водой, чтобы сразу проснуться. И он воспевал. И вначале он воспевал святые имена, и он говорил, что ум настолько обеспокоен, что он говорит, что я повторяю, и я не могу слышать. Такое ощущение, как кто-то бы что-то в соседней комнате повторяет. То есть настолько толщина беспокойства, она... Но постепенная практика, вот регулярно, постепенно повторение, как бы, концентрация на том, что я должен внимательно слушать, внимательно. Она приведет к тому, что он делает такое сравнение, что это подобно тому, как вдруг вы находитесь в лесу и слышите, как далеко поет птица. И вот эта вот концентрация на слушании, он говорит, что вы идете в сторону этой птицы, все ближе, ближе, ближе к этой птице. В какой-то момент вы эту птицу берете руками, вы касаетесь ее. То есть это процесс вот, описания воспевания святых имен, внимательно концентрация на звуке святого имени, это есть процесс. Также контроля ума, потому что нет никакого другого способа достичь контроля ума. То есть это единственный способ достичь контроля ума, заставить ум слушать святые имена. Потому что есть у каждого такой опыт. Вы раньше, особенно, когда вы едете в маршрутке, и там радио, какая-то песня, вы выходите с маршрутки, и потом вы обнаруживаете, что эта песня на вас в голове крутится. Я когда-то распространил книги на рынке, давно еще. Часто эту историю рассказываю, что там стояли менялы. Я продаю книги, а их несколько, они ходят и говорят: рубли, марки, доллары. Рубли, марки, доллары. Я прихожу домой, а у меня в голове рубли, марки, доллары. И поэтому, когда мы стараемся слушать внимательно святые имена, ум концентрируется, и как бы этот звук святого имени как бы хватает ум, и ум тоже, он вынужден повторять это. И я помню, что когда мы в Ашраме жили, 40 человек в одной комнате, можно было просыпались, ну, кто-то преданный иногда по ночам разговаривает. И очень часто можно слышать, как преданный во сне «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе». Он повторяет святые имена. Он спит, он повторяет. Или, как я помню, один преданный ночью, все спят, он говорит: вот возьмите книгу, ой, спасибо, если вы мне еще дадите чуть-чуть, я вам дам две. И это он спит, у него такие сны. То есть контроль ума сложно, по милости Кришны это возможно. И вот воспевание святых имен как основной способ. Я помню, что... Я не помню, кто это из старших преданных сказал, что нет другого способа достичь контроля ума. Процесс воспевания святых имен – это вот самый действенный способ контролировать ум. Потому что мы повторяем, он вынужден это слышать, и в конце концов он хватает это и повторяет сам тоже. И потом, когда ум сосредоточен на Кришне, на преданном служении, на том, как сделать... так, чтобы Кришна был доволен. То есть постепенно мы отказываемся от каких-то своих амбиций, от каких-то своих желаний. Преданные, возвышенные преданные, они уже не думают о себе, о том, как им лучше поесть, как лучше поспать и все остальное. Они уже думают, как сделать так, чтобы Кришна был доволен. Это уже есть тот этап, когда уже Кришна ум становится другом. Кто-то может добавить? Да? Сиддхартха Прабху, из Непала, рекомендовал 6 методов,
читина – это размышлять над смыслом святого имени. И когда мы размышляем над смыслом, то у нас есть больше возможности привлечься как к самим звукам. Потому что когда мы понимаем глубже смысл, то больше привлекается. Да, спасибо. Да. Говорили, что Путана стала матерью на Голгофе. Да. Она от у Кришны много матерей. Одна из, как он сравнивается с кормилицей. Кормилица. В предыдущей главе было описано, что Нанда Махарадж и мама Ашода, они вечные спутники, они всегда приходят как родители. Но мы видим, что Васудева и Деваки тоже. И на Голоке Вриндавана много кормилиц, много матерей. Это кормилиц, у семь матерей есть, и кормилица одна из матерей. Каждая женщина – это мать. Да. Пожалуйста. Тем более, это... Бхакти Читания с вами хорошо говорит, что в ведические времена детей кормили грудью, и люди жили семьями, и не обязательно родная мать могла кормить так же. Потому что кормилица одна из там семь видов детей. Да. Симад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Шри Чайтанья Махапрабху ки джай.